Более 1200 работ из 134 образовательных учреждений Одинцовского округа. В Захаровском доме культуры прошла церемония награждения победителей 20-го окружного конкурса детского рисунка и художественно-прикладного творчества «Пасхальный свет и радость». Организаторы подчеркивают, каждая работа уникальна, но выбрать лучших членам жюри все-таки пришлось. Жюри, прежде всего, оценивает фантазию ребенка, оценивает те душевные порывы, которые он вкладывает в эту работу. Потому что бывают работы, которые переписаны с какой-то открытки, из какого-то уже аналога. Есть работы, которые ребенок сам придумывает. 8 лет назад по инициативе главы Одинцовского округа Андрея Иванова был учрежден специальный приз фестиваля. В этом году его обладателями стали 4 участника. Это удивительный конкурс. Он не похож абсолютно на иные конкурсы, потому что здесь действительно испытываешь теплоту рук, понимаешь, сколько души вложено в эту работу. Работы участников конкурса «Пасхальный свет и радость» будут представлены в Захаровском доме культуры до июля. Вход на выставку свободный. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».